Столовая бухта, сколы, а? Черный метод. Здесь тоже вон касатку ловят, да? Ледяным завесом. Ух, название-то. Вот она локация. Родная. Так. Достаем магнозу. Так, сразу расчеточку. 6 тонн. И леску 5300. 90%. Ну, 90, а если поставлю 5100, это 87%. 87%, да? Ну все нормально, че? Думаю, проводка здесь только быстро нужна нам.
Здорово, Андрюха. Ну чё, я начал снимать потихонечку. Там была заставочка, пока я там готовился. Быстро я сегодня как-то вот так вот. Получилось, мне удочку дали, ну. Всё, и я сразу вам снимать, на. Отличный, как бы, на. 5 дней в Гренландии, на. 119 на 118 часов. Но сейчас будем искать, где что здесь клевать, на что клевать будет, на. Попробуем, как бы, на. Ну, я сейчас сразу выпью, наверное, использую. Вот так вот я, наверное, сейчас сразу заряжусь. Отвар удачи и кровь сразу выпью, на, и буду как бы искать, пробовать на отвар удачи и пробовано. И посмотрим, что-нибудь мне здесь повезет, на. На Гренландии тоже, говорят, водятся редкости. На, как, на каких пиде, на каких локациях, мне неизвестно. Будем этот оттыкать, на. Не было у меня сегодня времени подготовиться, полистать немножечко форум, на. Ну, я думаю, здесь я, кит гренландский здесь ловится, именно на этой локации. Ну. Завтра я думаю сходить в турнир Черный Марлин. Золотой, ну как его, вот, на Черного Марлина, который, думаю, в тур завтра забурится, на. Думаю, ну, у меня там есть ямка, на которой у меня за тонну 600 по 5, по 4-5 штук вылетает марлинов, но в сутки, но. Ну, вот я когда последний раз там был со спиннингом, так того вот, турнир, усатый великан, отлично. Все уедут ловить усатого великана, я буду сидеть здесь, но. Вся рыба моя, но. Некоторые люди писали в ВК мне в личку, что были пойманы, кит гренландский был пойманы под удачу и под кровь без всяких китовых отваров, на. Ну, не знаю, кому-то, видимо, фартануло. Посмотрим, как мне сегодня фартанет, не фартанет сегодня, но. И еще такая новость. У нас уже 65 подписчиков, да? Если сегодня наберется еще пятерка, на. Я завтра вам разыграю первые бонусы ваши. Так что, кто еще не подписался в группу ВК, ссылочка под группой. Залетаем в ссылочку в группу. Обязательно, ну, нужно быть подписан на группу ВК. И быть подписанным на стрим. Среди подписчиков мы соберемся на какой-нибудь одной базе. Ну, и... чтобы все могли именно на эту базу поехать, ну. Соберем, сделаем тур, и первые 3 победителя получат подарки, ну. Вот такой вот, как бы, у нас будет, ну. Вандерпоинт 5 покидали, ничего нету, ну. А еще на ПП 5 можно здесь, да, ловить? О. Че он там поймал? А, красноперку все поймал. Мутанта задрали. Был я сегодня на Горбуши. Видео я сегодня отснятое залил на YouTube. Вы можете посмотреть. На Верхней Тунгуске, где я ловил Горбуши, сидел на Салмана. Также я сегодня заезжал на... проверял ямку на Сама. Тоже видео отправлено на YouTube. Вы все можете посмотреть. Но... как сегодня было происходило. Сразу пишите, где что можно половить, на где можно что-то зацепить крупно на спиннинг половить. Гренландия — это место, где именно ловится практически много рыб на спиннинг, на, которая будет давать неизмерно опыт. На. Главное, надо подобрать место, подобрать проводочку или всякое такое. На. Пиркеры здесь будут. Очень пикшелом под 10 килограмм, пикшел на килограмм. Люди здесь сидят, видимо, 67-й тоже приехал. Но он не может сюда, я приезжаю по путевочке. Пути на кланную.
Будем надеяться, что у меня сегодня что-то выпадет здесь хотя бы вообще. Я буду сегодня по максимуму тестить, читать чат на то, что вы будете писать, вот. Всем привет, да, кому как бы я это написал, люди как бы это, все, и мы уехали как бы в Гренландию сразу, все. Гренландия снята будет, ну, 5 дней путевочки, ну, если... Еще сегодня 5 людей подпишется. Завтра я вам сделаю розыгрыш. Потому что 70 человек уже будет подписано на YouTube канале. В группе ВК у нас 10 человек собрано. Это из тех, видимо, кто хочет участвовать в розыгрыше. Сидят в группе ВК. Да? Так что сразу говорю. YouTube, подпись на YouTube канал и подпись в группу ВК. Это обязательное условие для розыгрыша, как бы, ну, иметь розыгрыши. Я сделаю скрин перед тем, как будет как бы розыгрыш. Я сделаю скрин для себя, сколько человек до стрима было подписано. И после стрима, если добавляться люди будут и скажут, что это, то фокус будет неудачный. Я просто, ну... Человек не получит приз и все. Так что перед тем, как, ну, будьте, проверьте все, подписаны ли вы на YouTube канал мой, подписаны ли вы в группу ВК, вы все сразу проверяйте перед тем, как будет происходить розыгрыш, чтобы потом не было недоразумения, потом скажете, ой, да я там был подписанный, да это когда там какой-то баг, ну, мы все прочекаем, все обновим, ну, и вот такие вот как бы будут условия турнира. Зарядим мы играть, я, наверное, сделаю, чтобы разыграть призы, я сделаю, наверное, какую-нибудь триаду. Будем ловить рыбку. Все три вида вы будете ловить именно вы, не я. И мы будем, я буду просто наблюдать, я буду как бы тоже в туре принимать участие, но я не буду ловить, но. И как бы, чтобы... Не было там, не знаю, скажут, ой, да ты там сам себе там что-нибудь накрутил. Я просто удочки в рюкзак смахнула, и вы будете смотреть, как вы будете ловить. Будем делать, наверное, триаду, скорее всего, чтобы было посложнее. Так что, готовьтесь. Какая база будет разыгрываться, посмотрим, с какими разрядами мы с тобой столкнемся. Не у всех как бы. Я думаю, ну острова мы точно отменем. Локация за 50+, точно как бы не будет локации за 50+, ну, такие там от 30 до 40 уровня, наверное, локации будет, посмотрим. Чтоб люди могли как бы, ну, поехать. Ну. Так что, чтоб на острова нам не мотаться, на. Ну, 2 человека на стриме, от стрима прошло 15 минут. Ну, народ, ну, не хочет, я знаю, что один человек, который хотел посмотреть, он просто, ну, не может подойти сейчас, потому что он как бы, все, он уже как бы у него поздно, он дальневосточник, но весь отснятый материал я буду выкладывать на YouTube, чтобы человек попросил, но как бы, чтобы можно было... видеть, посмотреть, что будет происходить вообще по локациям, так что по возможности. Что там написали, что-то, что там? А вон. Человек потерял, говорит, где стрим. Я написал, что стрим идет.
призы я вам не расскажу. Это будут путевочки. Какие путевочки, на какие базы, я вам тоже ничего не буду. Это для вас будет просто секретом. Чтобы, как бы, ну, знаете, ну, не раскрыть, как говорится, если раскроешь все тайны, то карты уже будет неинтересно. По поводу субботы, то, что я вам там говорю. Ты чё, не ушли ещё, что ли? А? А чё там? Мама ждёт. А, понятно всё. Так что, ну... О, потому что 67-й, 69-й подъехали. Вы напишите, где здесь что можно половить, ну, чтобы как бы, ну, вот. Я знал. Вот поймал? Кого поймал? Я только предъехал. Ну. Кого поймал, ну? Так что вот, ну. Я понял, где. Я не знаю, я получил, сделал как бы пост по Ютубу и пост, как бы поэтому сделал пост по группе ВК. Я не кидал как бы посты по друзьям и подписчикам, я сделал просто именно, что пост в группу, ну, и все, что стрим начался, ну, такая-то локация и все, ну. Так, эта локация была Снежные врата, Рыбацкие деревни. Вот здесь она что не ловит? Здесь будет ли что-нибудь на мой спиннинг клевать здесь? А? Просто не радуюсь него, для меня это тоже такая же новая локация, просто. Десять человек на локации. Ловим как бы на средней проводочке. Я знаю, я видел, что здесь киты есть, но ловили по этого касатку. Я думаю, за 110 часов мы по-любому что-то выцедим. Я даже готов сегодня посидеть на удочке, на поплавочной посидеть. А, есть здесь локация интересная, которая мне интересует. А можно на икру посидеть, половить. Так что, когда мы это все закончим, там уже будут стримы. А поедем мы просто уже по путевке, когда у нас будет 65. Осталось не все, чуть ничего. Если здесь попадется пару рыбок тонны по три, под коньячок каких-нибудь путевых, ну, я думаю, это сразу будет разрядно, как минимум. Но сейчас вечером, я просто на вечер хочу туда на ворот опять уйти. Сколько здесь? 3 часа. И здесь еще 15 часов крови действия, да? Не буду я покупать один китовый отвар. На барахолке китового отвара как бы подешевели стали, да и ящик китового отвара как бы подешевел. Там можно за 111 или за 110 можно вообще китовый отвар выхватить, сам китовый отвар, ящик китового отвара, ну.
Вот, почекайте как бы информацию такую, где, на что здесь можно половить, как бы, ну я имею в виду про спиннинг, на какие блесна, на именно локации какие на. Народ мне говорят, чтобы я купил гитару от Вагнера. 4 человека. Разные. Что там разное, наверное? Давайте что-то с вами. Вы просите, сделаем вам. Вот они, китовые отвары, 11500, 11400, 11200. Все. 4 отвара купил нас. Потестим сейчас, едем на Снежные Ворота. Вот сейчас вот вечер будет. Вот сюда зайти заброс. Все, и поехали, один китовый отвар мы выпили, и все, и поехали, сейчас будем пробовать. Ой-ой-ой, и сразу поклевочка, надо же, ну. А я даже силу не выпил, ну. Ну, что-то не серьезно, ну. Не знаю, что там попалось, бегает там рябина, ну. Отпустил я, чтобы попарсил, ну. Вот это что это такое? Да, ну, смотрите, он, короче, куда убежал. Он был вот здесь, и убежал туда, короче, к самому острову, ну. Это что это такое? Это прикол такой, что ли, новый, или что это? Я не понял, ну. Ну вот, вы попросили, я вам сделал 4 китовых отвара, мы закупили. И будем сейчас здесь сидеть пробовать, ну, поймать вам на стриме ту рыбу, которую все ловят здесь, именно за ней они приезжают большинство сюда. Жареная покрышка, коньяк, и достаем. О, полосатик, ну это тоже нормально как бы, ну это такое, ну полосатик пойдет пока. Так, и хабочка, вая нужно, вот она едет. Ладно. Так. Следующий отвар. Ну вот это что-то уже посерьезнее затонуло.
Он сразу к берегу идет, даже не сопротивляется. По красоте просто давай. Оп. Остаем. О, блядь, касатка нас. 2700 и я опытный не посмотрел, сколько раз пришло сообщение. Ну, блядь, касатка на 2 тонны. Это такое, это что-то совсем уже зашкварно. Касатка на 2 тонны, это что-то вообще. Может быть тогда кит бы какой-нибудь бы попался. Наверное. Вот, еще одна поклевочка, тоже за тонну загибну. Либо до тонны что-то. Ну. Кто-то ловит, говорят, ну, 5 китовых съедает, попадается. Кто-то говорит, с первого ловит, кто-то говорит, из 10, говорит, ни одного, говорит, ну. Понимаете? Это кому как повезет, а мне то же самое сегодня. Ха, ты, блядь. А ты смотри, а? Касатка, на. Что ты вообще? Ууу, огонь, на. Накитовая тварь, касатка. Ну это все, это я вам говорю, это потом комментариев, короче, ну, будет тонна, ну. Ааа, это что такое? Это, может быть там ПП-4 поставить, вандерплейн поменять. Ну, я видел, что на ПП-5, да, вандерплейн. Ну давайте я на 4-й, последний. Давайте так пока проведем, ну. Может быть что-то еще зацепится. Ну. Все сидят под китовый отвар, шибают. Шашня поймал на 600, да. Зубатка. Ну ничего, не ловится, давайте, сейчас я выпью последний отвар. Сожмем пальчики, 2 обрыва, отлично. У Виктора и у Сашка. У Санька. Ой-ой-ой, это-то вообще, это даже поклевка от 150. Я мотал, пацаны, ну это вообще, я вам говорю, это все. Да. Ну это ведь бред силы кобылы, ну сами понимаете, да? Касатка на 700. За 11 миллион, блядь, бутыль бы этот, да? Темно. Да, вот это только что клюнуло. Вы сами все видели, пацаны, да? Это все, это без комментариев. Ну. Проводка медленная, говорят, да? А я думаю, на кита, на это, на гренландского проводка большая. Быстро там.
Вы говорите, медленная проводка. Давайте я еще скажу, пятый куплю один. Так, разные товары. Видите, проводка медленная, она. Ну, лады. Тянем. Ну вот, что-то запомнил. Скрестим пальцы и будем надеяться, что там что-то более-менее. Остаём. Ты, бля. Пять бутыльков. Четыре касатки, ну. Я просто ору, ну. Ну это все, ну. Это... О, касатка на китовый, ну. Это все, это, блядь. Это бабах просто. Лучше бы я эти китовые отвары бы на каком-нибудь этом бы заюзал бы, ну. У меня, говорит, плохая карма, говорит, ну. 74 тысячи кармана. А чё, при китовом, при нужна карма 100%, чтобы поймать именно этого кита? Рот. Ну, я не думаю, что нужна здесь карма прям. Ну, посмотрим, вон, клан Орда, 73, он сюда тоже, 90%. Сто тысяч у него. Да, большинство, сотка здесь. Я фиг его знает, да? Ну, может быть, карма плохая, может быть, нет, может быть, просто не попал. Вон акула гренландская какая-то попалась. 327. Суровый берег. А здесь что ловят? А, здесь все понял. Они здесь финвала ловят, пацаны-то здесь финна ловят, сидят.
А здесь финвальчика ловят, ну. А то мы сейчас на вандерпоинта здесь и попробуем, ну. А зацепится он, а не? Серо-голубая вон есть, акула, на. Ну да, здесь ловят финвала, ну. Фина ловят, ну. На поплывочек, ну. Точно, суровый берег, ну. Финта здесь ночью не делает. Ну вот сейчас вот он в 5 утра должен по-любому клевать. Но я чуть не вижу, чтобы здесь кто-то что-то ловил. Вон жареную покрышку кто-то съел. Самогон. Акула серо-голубая. Ну. Что, зато приехали, сняли его. А я же обещал. Ну и что, ну... Ругаться в чате не надо, понимаете? Кто там что там пишет, какое-то говно? Что? Что это он имел в виду, ну? То, что съел 5 китовых отваров и поймал 5 китов, ну. Ну а чё, бывает и такое, я ж вам народ говорю. А много, вон, человек написал мне в ВК. Я светить, конечно, никого ничего не буду, но человек писал, с ящика ни одного не поймал, с ящика. Это 10 бутылок, понимаете? И всё в ноль. Просто в ноль ушло, ну. И каждому здесь, видимо, везет. А то это и Гренландия, она, как бы. Она. Здесь тоже есть, как бы, на этой локации и полосатики, вот здесь и есть, да, и тоже какие-то киты маленькие здесь есть. Ну, это я имею в виду, вот, это касатка здесь, полосатик здесь, тоже есть вот на этой локации, да, он присутствует, кроме как финвала, да. Финвал тоже здесь есть, да. Я просто чье-то видео смотрел тогда, и на видео... Кто-то качался на суровом береге. Ну. И съевало здесь ловили. Ну. Ловили его здесь на мясо кальмара, я видел. Ну. Ну, как бы клевого не очень много было, там одна или две штуки у человека было. Ну. А так, а это... Ой, серо голубая.
Вон малый полосатик попался, кому-то оторвало. Видите, на 700 малый полосатик, я же говорю. Малый касатка здесь, потом сейвал у нас на этой локации. Из крупных только здесь сейвал, по-моему. Да. Вот это уже что-то поинтереснее, от 150 поклевочка. Ну мы ее под коньяк выпьем, это 100%. Зато с пользой проведем, понимаете, с пользой проведем это время на Гренландии, с пользой. Сделаем для себя просто выводы какие-то для веселья. Акула серо-голубая, на 700 просто. Шик! Блеск, красота. О, акула гренландская. Ага, не зайдет. Что-то. Ну пока ПП 3, а Вандерпоинт 3 заинтересовал у кого-то. Неужели это будет здесь акула? Давай. Пальцем дам Дим отдохнуть чуть-чуть. Может, нас здесь финвал порадует поклевочкой один раз. Он же попадается из редких-то. О, гига попалась она. Ха, 2 478 000. Нормально, но. Тю. Гигу зацепили на. А на Вандерпоинт 3. На средней проводочке. Щелк только. На. Залетела она. Финвал 2600. На большого живца здесь будет этот ловиться. Полосатик и касатка здесь. А на мясо кальмара будет больше финвалов. Финвал хватает. Ну и также будет тоже прилов небольшой. А здесь гига также мигрирует на. Гигантская кожа. Гига тоже здесь мигрирует, народ. Кто в курсе на? Или она сидит здесь на одной локации? Но если она здесь попала, значит она здесь, да? Удочки с гигой достали на и приехали на. Thank you.
то что-то маленькое, да. Что-то несерьезно здесь. А я вот мне тогда подскажите, где здесь можно на ПП-5, говорите, да? Но на базу рыболовного магазина ПП-5, то у меня нету большого. Наживки, блесна. ПП-5 большой. Ямки мне подсказывают, ой, как бы дорожки, куда закидывать, ну. Ну, прокидаем и попробуем, ну. Касатка, акула, гигантский вал у меня. На ПП-5, все понял. Ну что? Ну гига залетела, это же просто офигенно. Гига там, говорят, пишут на всех локациях, окей, понял. Ну. Братуха. А здесь еще какой-то предмет ищет, на. Не на этой же, не на этой локации, или на другой какой-то локации ищет предмет, на. С артефактов или с кого-ли там, на. На Гренландии тоже есть, по-моему, на. Из предметов что-то здесь, а. Ну, вы говорите, кит гренландский со дна, да, ловится, ну. Касатка и всякая ребедень ловится в пол воды и в нахлост. Ну, больше в нахлост. Ну,
чё? Не поймаем. Не поймаем. Тоже хорошо. Вам снимем чё. Ну, как бы такое, ну. Над удой медленно. Над удочкой медленно. О! Пикша! Видимо, кита здесь только пасут ночью, да? Он кит только ночью, да, походу, здесь, нет? Классный клип. Тебе что-то не нравится, я не могу понять. Но ты что-то все постоянно палец к низу. Ну, если у тебя есть такой разряд, приедь, покажи мастер-классно. А, ну, на стриме все гораздо, как бы, ну, палец кверху. Ну, тебе не нравится, ты можешь не смотреть, понимаешь? Или ты хочешь тем, как бы, ну, выразиться что-то, что ли, или что? Ну, пускай тебе кто-нибудь даст 6-тонный спиннинг, и ты съездишь, покажешь нам мастер-класс. Классный клип у нас. Давай, гол, сюда приезжай, покажешь мастер-класс, как ты будешь ловить, а? Или чё? Я же говорю, ну, чё? Чё у меня там по уровню получилось? О, чуть-чуть, 96%. Ой-ой-ой. Акула гренландская 114, зачетная, выпустить. Так. Ну, если она такая 114 дает, как бы, да, не зачет получается, 114 тысяч опыта, а зачетная, так она вообще тогда мало дает. То есть она в зачет идет от 800, но. А вообще тогда, наверное, мало дает. Гренландская какая-то кона. Она ж вообще, наверное, тогда не приносит опыта, но. А весит, наверное, просто, наверное, экземпляры, но. Достигающих весов определенных, да? Давайте на быстрой проводке проводим. Говорят, гига здесь, говорит, везде есть, но. Ну, если был бы еще на хищнике гига, то возможно бы здесь и гига почаще клевало, но. Это, наверное, видимо, гига, это просто редчайшая рыба здесь.
и водится, но очень редко здесь. Ну. Видимо, гига здесь не мигрирует, да, по локации, а водится на любой локации. Но... Как мне написали, что гига здесь везде. Ой-ой-ой, на ППшку-то что-то схватило. А это уже на средней проводочке у нас. Что-то нас хочет порадовать чем-то. Откроется Камчатка, пойду на Камчатку. Вот, что-то за тонну, да. Достаем. Акула гренландская, тонну 200. 697 тысяч. Тонну 200. Че, ну вообще. Хватило, ну. Ну все, значит здесь будем пока водить нас под удочкой. Вандерплейн 5 ставить надо, да? Угу. Зубастая попалась, смотрите на. Средние проводки зацепил. Ну, сейчас на медленную поставим, на медленную будем водить. Опять народ сюда подъехал. О, кармы 100 тысяч. Будем смотреть в чате, что, поймает никто-нибудь, поймает, нет? Касатка 328.
230 тысяч. Только что зацепил. О! Ага! Съебало зацепил, ну. Со дна у него интересно. Ну чё у него здесь? Съебал на тонну, ну. О! А вот и пожалуйста. Что-то за тонну. Кровь выпил, удачу выпил. Сейчас будет сидеть тоже. Под кровьюшкой, под кровушкой. Съевал на тонну 700. Съевал я. Классный клип, ну не надо здесь пальцы вниз ставить, ну угомонись нас, я тебе говорю. И это, если хочешь показать мастер-класс, приезжай сюда и показывай здесь мастер-класс, понимаешь? Вот. Люди, знающие, которые именно мне в этом ВК написали, люди приезжали сюда, я тебе говорю. После ящика китового отвара никто ничего не мог поймать. Это настолько, наверное, очень редко здесь попадается. Ну, значит, даже сейвал здесь ловится. Ну, это вообще уже. Ну. Я думал, здесь сейвала нету. Ну.
что, зато съездили, половили, отдохнули, чё. Беда-то, ну. Полдела, ну. 78 часов еще, я даже не расстраиваюсь, ну. Я следующую ночь пойду вон на ту локацию где-то. На другое какое-нибудь место пойду. Здесь на икру можно половить, на мясо простое, ну, куски мяса можно половить, здесь любую рыбу другую можно половить. О, вылови деревянный шлем. Вот, это этот, артефакт, или как его там, артефакт, ну. Что это он тогда? Находку, короче, поймал, вот, чувак. Он, наверное, немного весит этот шлем, но его много. Народу как-то не очень собралось сегодня, видимо, ну... Людям, которым я писал, которые люди сегодня писали мне, сказали, что подойдут, но, видимо, еще не все подошли просто. Время ночь. Сидим, ждем, ну. Что нам делать-то, ну? Как по крыше грызло. Говорит, не находка, это, говорит, дырявый, говорит, шлем, говорит, да. А что, он же написал, что он поймал деревянный шлем, да. Что, он никуда не идет? Неужели он никуда не уйдет? Не идет, да. Гига там, говорит, не обращай внимания, говорит, да. А, она, он написал, видимо... Про человека, который в скайпе, о, в этом, как бы, ну, троллит меня всякими людьми. Он пустой. А, еще и с призами есть. Нифига здесь. Так здесь нормально такая локация, да? Как здесь на... Начал на икру. А это вот это, наверное, здесь на икру ловят, на куски мяса, я так думаю, да? А чё это мы сидим здесь? Ну? Сопли-то жуём, ну. Я хочу закинуть. О, касатку поймал. Ну, китовый. Нормально. Тонна 700, братуха, от души. А чё, у меня есть эти? Этих нету, ну. Этой нету, ну. Сейчас это пойдем. Надо купить этот, ну.
4.20 все вышли, как бы. Ну, заходят сюда, только я так понял. Понял, здесь орда сидит, это что такое? Во! Опасно бухать кабелом. Трескова. Вот здесь на икру можно посидеть, на этой локации. Китова, во! Китова бухта. Точно! Я думаю, здесь ничего большого нету, да? Кусочки. Кусочки рыбы. О, 1300 штук у меня есть. А ну-ка, ну. Я сейчас здесь сейчас буду чекать. Ну. Но он здесь даже с греком сидит. А что здесь на на китовой бухте водится что-нибудь крупное? Киты есть? А, куски. А, куски рыбы. Зачем, говорит, нафти, блядь? За хлебом, блядь. Ледник, блядь. Чё на ледник? Я здесь ловлю, это. Так.
рыбацкой деревне. Где мне нужна была локация того, которого? О! Вот чего вот они здесь воют, вот на этой локации? Я смогу что-нибудь зацепить? Здесь тоже ведь что-то хорошее ловят на этой локации. Черная бездна вот. Чего-то они здесь на ней ловят. Ну. И на чё? О, пацаны, там железку отрывают, на. Мэпс. С пятитонником у него что-то оторвало, на. А что здесь можно спин поймать? Ну-ка я сейчас спрошу. Армада и тюна у него стоит, ну. Второй. Врет, наверное, да? Да? Водка средняя, говорит, вот. Нарвался и волны, и многое другое, ну. Почему именно? А? И волны. Мне кажется, здесь не только ПП вторая будет, но сюда. Другое, наверное, еще можно. Я на первом.
Я бы еще хотел попробовать, но... Ну, говорит, средняя где-то проводка, но... Будем искать, но, ну... С иголок это точно, но... Так бы это... А рыба такая, она хоть на чё, на средней проводке, но... Только не факт, что она у меня здесь будет. Один попался какой-то сегодня. Дурачок, ну. А нырвал, что за рыба такая, ну, ни разу не видел. Крупно она хоть вообще нырвал-то. А, у меня триптона-то нет, надо будет купить потом трехтонную смеску. Она дип что ли какой-то ловит, ну. Ладно, пойдемте на ледник, но... А, снежные врата, то есть... Вот это же вроде забор, да, был? Или нет? И приехал по путевке меньше моего, но... Чё он здесь собирается ловить, ну? Но...
шершня поймал. А шершень, это же мясо шершня делается, да? Шершень. Это на икру ловится или на куски мяса? Вот. Значит, придется на крите добивать, как бы, этот разряд, на крите добить разряд придется, но если здесь мы сегодня не добьем. Что там все кормит и кормит, да? Мидия, шашень. Ну это реально уже что-то не смешно, совсем не клюет жена, получается. Надо форточку открыть. Трудовая, короче, локация, понятно. Сюда надо ездить с поплавочными удочками, на. Чтобы что-то еще что-нибудь поймать. Thank you.
О, сайда 21 килограмм, 13 тысяч, нифига себе, ну. Сайда клюнула, нахуй. Ну, его вон поймали на 400. Что-то есть. За 500. О, касатка на 800. Сейчас касатки наловим здесь, нет. А почему касатка на этом не клюет, как его на? На большом шантаре, вот на всякие вот вандерплейны и ППшки, на. Он сейвала поймали на 700. Зачет. Сейвал-то, да. Он на 650 иди. Нормально, ему тоже дадут на поплавку. Нормально дадут денег. Опыта. Ну. Он сейвала на 700 грамм без коньяка вытащил. Хм.
отпустил рыбу, ну. Ну все, новый квест. Всего на тонну 400 нормально. Нормально, леску 5 тонн 100 оторвало, но... Это что-то такое, это что-то только что было, но... Как это оторвало леску на 5 тонн 100? А, мне до 87 можно под леской 5 100. Как бы нормально, но... Потом придется меньше ставить. Нифига здесь обрывать начало. Это что здесь такое клюет-то, ну? Дело глаз такая акула смешная была. Ей назвали белый глаз, потому что у нее глаз белый, но такой большой белый глаз. Но. Пошел на локацию. Танковал турнир сказка от русалочки. Второй отборочный. Здесь изредка что-то поплевывает, но андерплейн вот у меня. Один обрыв был, я ж офигел, но. Что здесь такое? Клюет. Клад какой-то клюнул, наверное. Чтоб бахнул просто меня. До 500.
очко гренландское на 503, 124 и 108 тысяч опыта еще бонусы. Может, вот 72-й. Варил 3 тонны 400. Вот это он поймал. Я хочу такого жена. Ну только, ну да, на 3 тонны можно на. Какой он интересно опыта получил. Фига там махина на 3 тонны. Я валялся нахуй просто. Вот это вот он динозавра точно поймал. Эй, катранчик. День Нептуна, второй отборочный. Ну что, сегодня досидим все часы, наверное. Время еще как бы не очень. Камчатку добивать уже будем. Ну, что здесь осталось? О, да здесь осталось 99.
Это что-то одно надо поймать, ну. Что-нибудь еще клюнет, может быть. Давайте попытаем пятый опять. Мы на фоне пятый поставим. Скиф вышел. Мало на 900 зацепил. Двое суток ровно осталось сидеть, ну. А здесь что-то вообще совсем оборвал опять. Он оборвал леску и потом зацепился еще за корягу. Что-то опять затонул. Уже на медленной проводочке. Съебал, наверное. Как ты так ушла, на? Гадина нах. Чтоб тебя придавило ледником нах где-нибудь, блядь. Рыба противна какая, а? Вообще, ну. Даже не обрыв лески был, а просто упустил. Это был сейчас шанс получить разряд. Может, это еще из-за этого клёта, что у меня там последний добиваю крополи разряда. Еще может быть из-за этого так плохо клевать. Но. Ну вот сейчас здесь еще денек посидим, но. И к вечеру мы поедем туда, но. На этот поедем, попробуем там еще половить что-нибудь. Гренландского кита.
изредка какие-то поклевки, ну такие, затонуло. Один обрыв был, еще непонятно. Вот, удачу пью. Под удачу и под кровью у нас тоже залез. Может быть, тоже поймаю что-нибудь. О. Ну вот он съевал, он что-то ловит, откуда блеснул, непонятно. Его зацепило. Может, он на какие-нибудь... О-о-о-о! Ой, это что-то большое вообще. Там что-то поклевочка вообще нормально такую показала мне. Загибло. Надо было отвар выпить, ой, этот, силу выпить, ну ладно. Ну да, здесь что-то серьезно жареное. Крышка. Коньяк достаем. Хлоп. Фу. То на 400 съевал. Ну еще у меня что-то там, по... там просто бахнуло. Ну получается вот на Вандерпоинт 5 на средней проводке и видимо на медленной проводке тоже здесь вот поклевывает изредка. Сколько он здесь дает мне? 20. Ну он сутки действовать будет, получается. Будет включено на всякий пожарный, ну почитать надо будет. Ну. Качество картинки. Напишите, как вам с качеством картинки.
Как качество картинки нормал, все равно. Будем знать, что в Гренландию можно ездить только, ну, так, только заездом просто и все. В основном получается, что лучше ездить на этот, ну, на побережье Чилино ездить проще тогда уж. Там и только лучше будет бывать. Ну, а сейчас и этот откроется на Камчатку. Ну, на Камчатку буду ездить сейчас. Того же самого горбатого половить, но и горбатый, то лучше, наверное. Угу, почти. Это сейчас любой, короче, любая поклевка, что-нибудь там за 500. До тонны, но под коньяк это уровень будет. На сейвал чуть-чуть не дотянул. Но сейвал хорошо опыт дает, он даже если хотя бы на этот, он 1 700 000 дает. Ну. Хотя бы даже вот такой вот сейвальчик. Ну. Это уже как бы, ну, а вот на восточном крике, о, что-то еще сработало. Ну. А вот на восточном крике там тоже этот полосатик, ну. Его на 2 тонны поймаешь, он тебе 1 грамм опыта дает, ну. Ну это все, это сейчас, если что-то нормально. Это уровень. Да, сейвал тонны 300. Тонну 132, 1 миллион сподал. Все. Вот вам и Камчатка, но. А кривость у меня 65-й. Камчатка. Андрюха нормас пишет, ну. Ну да. Я думаю, мы здесь ничего как бы, ну, не, уже не это не поймаем. Ну, клеток очень редко. Я сейчас ночью отсюда уйду, да, поедем на ту локацию. Ну, как бы, ну. Ну вот и это, и добил разряд, и здесь уже 1% сразу не отдал. Ну. Но там на тонну он дает 1 миллион. А там на восточном крике этот полосатик, на 2 тонны
на 2500 его поймаешь, например, там. Но если под бонус сработает, то более-менее еще как-то. А так он там тонус, а лям опыта с небольшим за 2,5 тонны полосатый там сидит, это вообще нереально. Да. А вот если сивал попадется на 2500, он нормально даст опыту. Да. Ну, сивал, он как бы редко клюет, да, но он как бы по опыту превосходит на восточном крите своего, как бы, своего собрата, да, полосатого. Да. Та же самая гига, которую там ловят, тоже на так, блин. Я вам сниму Гренландию, вот вам, пожалуйста, Гренландия, ну чем. Ради бога, чем. Ну, конечно, не жалко, но. Я вам обещал, вот вам, пожалуйста, ну. Это такое, ну. Ну, получается, на медленную и на среднюю проводку вот сивал здесь поклевывает, ну. Будем знать, ну, на следующий раз, ну. Ну, сюда можно на БЖ приезжать просто, понимаете, на БЖ закидывать в ямки, ну. И сидеть ждать, на. До тонны здесь, ну, с удочкой на тонну 500 можно сюда приехать и вот здесь половить, на. Просто на поплавочек развлечься, на. О, акула опять белоглазая, на. Ну, сейвал и в деньгах выиграет у этого, у полосатого, на. Намного даже, ну. Я уже показывал, по хорошей цене полосатик по сейвал уходит очень дорого, ну. Когда на него хорошая цена, ой-ой, денег он отыгрывает немерено, ну. Надо просто глянуть. А у кого есть возможность, где сейчас гига находится. Ну, я, может, туда и не поеду сегодня, 38 часов, а может быть и заеду, но просто стрим надо будет оффнуть, перезагрузить, я не знаю, там, может быть, на Камчатку ехать можно будет, но попробовать Камчаточку. Но. И что, у нас 90%, сейчас мы на этот уйдем. 17 здесь еще покидаем пока, ну. А потом пойдем на этот, ну. Вечерок там посидим, ну. Ну, 3 тонны 600 удочка. И здесь можно на кальмара закидывать. Не здесь, а там вот, где я гигу поймал на этой локации, как бы. Там можно гигу, как бы. Качество картинки норм, да? Ну все, значит, ну, больше ничего не будем накручивать, но. 720, значит, вас устраивает, да, качество? 720 это как хороший фильм HD формате, ну, получается, да. Thank you.
О, зацепило. Сейчас вечер отсидим, пойду на ту локацию, где я еще гигу зацепил, а там еще покидаем что-нибудь, там тоже средние медленные проводки попробуем. Там интересно, оказывается, если там финбал зацепится, ну, попадется нам. Ну. Но это я вам сразу говорю, он более-менее даст еще опыта. А вдруг там гига еще попадется мне. А вот и поклевочка вечерняя, да. На медленной проводке, что это может быть? Небольшой, 500 килограмм. Касатка 730. Касатка сегодня здесь просто божитна. Если даже киль гренландский попадется, леска на 3 тонны 300, но, если в пределах 3 тонн попадется, но, то я его вытяну, нифиг делать. Но. Рисковать не будем, но это понятно, что это здесь перелом удочки. Если удочка хрустнет на 5 тонн, это я просто не переживу. Но. Во-первых, но это будет финиш сразу. Но. Меньше риска как бы, да. Да. На Чили, ну, если ты мне путевочку купишь на Чили, я уеду на Чили, да. Понимаешь, ну? Если ты мне путевочку приобретешь, я съезжу на Чили, но. По путевочке на Чили не поеду, но. Сегодня была Гренландия для вас, но. Если купишь мне путевочку на Чили, я сгоняю, но. Как бы любой каприз за ваши деньги.
и я съезжу. Половлю тебе специально. Но там уже смысла нету, потому что спиннинг убитый, но 3 тонны, но... Даже туда сейчас уже ехать нету смысла, потому что спиннинг не отремленный, но... Это вот ехать можно сейчас с этой леской. Ну, этого половить можно, но... На Камчатку, но... Горбатого кита можно половить. Что там еще будет, ну? Я вам обещал Гренландию, но... А побережье Чили не обещал, но... Так что... Я так понял, все на вечер сюда приходят, но... А попробую здесь зацепить, да, все-таки этого... кита. Ох, тунец полосатый. Мы на 3 килограмма просто запустим судесно. После этого стрима посмотрим, сколько нам человек добавится на стрим из новых на людей. 5 человек, если после сегодняшнего стрима наберем, но, то будет розыгрыш. Но. Не наберем, будем ждать, но когда будет следующий розыгрыш. Мойвана. Все сидят без китового отвара, потому что уже поняли, да. Ну, здесь люди как бы китовый пьют, да, но это просто, я вам говорю, это тупой развод на бабки, на. Либо они еще, может, китовый срезали, на. Потому что, смотрите, сколько, 5 бутылей было, да. Но даже если на средней проводке, только одна касатка и полосатик льет. На средней, на быстрой проводке, на. Оказывается, кит идет на маленькой. Да, мы на маленькой ловили, и то у нас на... попался, и то с маленькой, со дна попалась, и то касатка, на. Ну это просто, я не знаю, нахрен. Реально просто, ну, разводят на бабки, нахрен, людей. Я хочу цену посмотреть сразу на рыбу, на. Чтобы можно было скинуть всю рыбу сразу.